памятник детям, погибшим во время войны. Здесь 18 июля 41-го тысячи ленинградских детей были убиты нацистами. Тела местные жители грузовиками возили на кладбище, хоронили в общей могиле, без гробов и имен. Сколько точно погибло детей, трудно сказать, потому что такой статистики, собственно, и не было. Многие дети потом умирали уже от ран. Джону Дмитриевичу Федулову тогда было 12. Помнит, как падали бомбы на первые вагоны и платформу, туда, где детей было больше всего. Я верно поднял голову. В небе летит самолет высоко, и от него отделяются сзади черные точечки. Бомбы. Бомбы упали вдоль состава, попали, видимо, в гущу детей. В проводах там и ботинки, и какие-то чулки, там кровь, там какие-то курточки. Почти 60 лет жители поселка Лычково ухаживали за большой детской могилой. А 10 лет назад бросили клич по всей стране, чтобы собрать деньги на памятник. Пошли детские переводы. И 3 рубля, и 5, из Дальнего Востока, из Сахалина. И переводы шли детские, ветеранские со всей страны. Собрали столько денег, что хватило на 2 памятника. Один стоит на железнодорожной станции Лычково, другой – на братской могиле. Максим Юхневич, Анна Арестова, Максим Лебедев, Санкт-Петербург, Новгородская область, Первый канал.